очередная торговля. А это сладкая вата. Еда. Сладкая. Всякие вещи. Сувенир китайский. Еще сувениры. Сумка со звездой. И здесь молочка. О, сигареты и молочка. Очень хороший. Удачный отдел. Дяденька Торшер. О, вот там торговля пошла, да. Чердячки съел. Кроме я тебе говорю. Это гимн. Я тебе говорю, это же очень или как это. Славься, отечество, славься наше отечество, китайское, да. Русские туристы учат китайский язык. По картинкам. Не понимаешь, что ли? Ну, видишь, написано. Вот, пускай Катя переведет мне, сними. Приеду, пускай переведет. Чего я хотел у них съесть за эту цену? А тут цены есть. А вон тебе, смотри. 32. Какой-то очень экзотический. Ты есть? Что, ты во Фрязино не ел лапшапо? Ну, ты знаешь, я не думаю. Да ладно. Да нет, ну, конечно, мотать есть. Вначале, наверное, экзотики. Да нету здесь экзотики, я уже смотрел. А вот, чуть так. Черная какая-то вещь. С красной. Ну, black и red можно понять. А чё с чем и почём? Ладно. Черная торговля. Пункт еды. А, мороженое. И они... Да, я вот эту фигню хочу. Какую? Вот эту фигню хочу, осьминога хочу. Осьминога хочешь? Купи мне. Еще раз произнеси. Хочу осьминога. Хочу осьминога. Купи мне это.